let's go. Друзья, сегодня у нас на вечеринке у The Moscow Family Love Sensation. Мы ждем нашего спецгостя. Сегодня у нас Creed. У нас сегодня романтическая вечеринка. Пойдем узнаем мнение народа, как им вообще нравится. И знаешь, что-нибудь за праздник сегодня. Вы знаете, что за праздник был 14 февраля? Нет, какой? День влюбленных. Да. День всех влюбленных. Да, день Святого Валентина. А кто такой Святой Валентин? Ангел. Ангел, ну хоть какой-то оригинальный. Ангел любви. Да, я думал, это Купидоны. Ну, может быть. Или это босс всех Купидон. Самый главный Купидон. Ну, самый главный Купидон. Ну, когда вырезать что-то надо, да? Праздник оригами? Именно. И как вы провели этот праздник? Оригамически. Я вижу диджей Алекс Кай, резиденция Moscow Family Music. Любовь – это классное чувство. Поэтому всем советую кого-то найти, ну и приходить вместе к нам на вечеринке. Представься, если бы твоя вторая половинка не получила бы от тебя подарка на День Святого Валентина. Вот как ты думаешь, как бы она себя повела в такой ситуации? Ох, я бы не хотел видеть. В моей ситуации это минимум увольнение. У тебя брак по расчету, что ли? Ну, я думаю, они бы поцеловали сразу такие, типа. Обиделся бы, честно, не знаю. Это неправильная брюнетка, она не знает. Может быть, ты знаешь? А это правильная блондинка, вы все понятно сразу. Нет, если бы не подарили, я думаю, не особо расстроились. У нас у мужчин может тоже чувства есть. Мы тоже бываем ранимы. 1, 2, 3, отсчет пошел. Я уверен, сегодня будет все хорошо. В моем сердце лето, с ночи до рассвета. Мы с тобой вдвоем, и лучше тебя нету. Темп жизни в сердце, цвет ее в глазах. Так сделай же ее в ярких тонах. Погромче саунд, туси, веселись. А всем проблемам просто улыбнись. Ты моя детка, старлетка. Стреляешь в сердце редко, но метко. Послушай, детка, русская рулетка. Я попал в твою клетку. Ты моя детка, старлетка. Стреляешь в сердце редко, но метко. Послушай, детка, русская рулетка. Ну вот и все, я попал в твою клетку. Огромный респект выделить The Moscow Family за их вечеринки, потому что рад видеть так много молодежи, которая отрывается, тусит и без алкоголя, сигарет. Круто, все понравилось. Отлично.